И как здорово Порядин меняет направление движения. Сейчас уже партнеры доходят, вводят атаку до логического завершения. Бросок в итоге последовал от синей линии. И подбор остался за хозяевами. Вообще Порядин фактически рулит этим звеном. Бросок опаснейший. Нефтехимик выходит вперед. 3-2. Гол на счету Лукаша Клока. Да, классная атака Нефтехимика. Вот как раз то, что надо. Покрутили, покатались вместе с шайбочкой и довели атаку до логического завершения. Здесь, конечно, важно отметить Павла Порядина, который эту атаку начал. Затем он же выиграл вот эту вот борьбу на дальнем пятаке. Ну и в результате Лукаш Клок получил шайбу и нанес точный бросок.